Горожанка Екатерина Савельева на участковой избирательной комиссии номер 20 сегодня стала первооткрывателем. Отдать свой голос заранее девушка решила сразу же в первый день досрочного голосования. Говорит, зачем откладывать важное на потом. На выходные мы всегда уезжаем с детьми, людей поменьше. Поэтому решили сразу проголосовать. Удобнее. На 20-м участке 1651 избиратель. Среди них 6 впервые голосующие. Также есть люди с ограниченными возможностями. К ним участковые комиссии придут в основной день – воскресенье. Что касается досрочных выборов, молодые мамы и пенсионеры твердят в голос – это удобно, есть целых 5 дней. Конечно, да, я думаю, очень нужно. Не все ж могут, там, допустим, туда-то именно прийти и проголосовать. Это же для нашего народа. Стараются люди. Всего в Бобруйске свыше 100 избирательных участков. Их работа организована по всем правилам. Установлены стенды с информацией о кандидатах в депутаты, урны опечатаны и взяты под охрану, сформированы и проверены списки потенциальных избирателей. 9:45 члены всей избирательной комиссии были на рабочих местах, приступили к работе, подписывали бюллетени для тайного голосования для избирателей. Установлено законодательством время, урна досрочного голосования была опломбирована. Первых посетителей избирательная комиссия ждала для голосования. Проголосовать заранее на своем участке можно с 10 до 14 и 16 до 19, до субботы включительно. Каждый день специалисты будут подсчитывать голоса и вывешивать информацию на стенды. Напомню, в основной день выборов 17 ноября проголосовать можно с 8 утра до 8 вечера. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.